Друзья, всем привет! Сегодня приготовим гренки до такой степени невкусные и так просто готовятся. Нам понадобится сыр. Это твердый сыр компании Endorf. Это Монт у меня называется. Вчерашний батон. Одно яйцо. Я использую вот такой вот чесночный соус с пряными травами. Кроме этого, немного добавляю итальянских приправ, итальянские травы и сушеный чеснок. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. В этом рецепте я буду использовать сыр торговой марки Endorf, который делается на Тульском молочном комбинате. Посмотрите, какая у него сырная корочка. Сыр твердый. Берем сыр, где-то примерно 50 грамм, сыр твердый, тяжело режется, такого кусочка нам будет достаточно. Натираю его на терке. Сыр помещаю в глубокую тарелку, добавляю туда одно яйцо, одну столовую ложку соуса. Если у вас нет такого соуса, можно использовать сметану, майонез, все, что вы любите. Итальянские травы. Обожаю я вкус итальянских трав и сыра. Немного чеснока, который я готовлю сама. Перемешиваем. Можно добавить соль, но так как у нас сыр соленоватый, плюс еще соус тоже соленоватый, то соль добавлять я не буду. Батон нарезаю на небольшие куски. Ставлю сковороду, добавляю растительное масло. Теперь гренки смазываю сырной массой с двух сторон. Выкладываю на сковороду и жарю с двух сторон до золотистого цвета. Выкладываю на тарелочку и можно наслаждаться вкусом. Они очень вкусные, сытные. Можно подавать на завтрак, да на перекус. Просто вкусно, быстро и просто. А на этом, друзья, хочу с вами попрощаться. Всем спасибо за внимание. До следующей встречи.